Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Очень часто человека интересует вопрос, заключит ли он договор? Заранее, знаешь, вот еще сделка не, даже, может быть, не состоялась, еще даже предполагается, еще, может быть, только мысли появились, ответ хочется уже получить сразу. Давай мы этот ответ сразу и найдем. Мы вначале посмотрим на рунах ответ, а потом дополним картами, какие мысли помогут, там, на кого, на что ты сможешь опереться, помощь с материнской и с отцовской линии. Итак, заключишь ли ты договор? Договор может быть разный. Он может быть любовного характера, он может быть делового характера. Ну, короче, разный договор, да? Итак, давай посмотрим ответ. Итак, вышла руна «Дождь-бог», но она вышла перевернутая. Сама руна по себе шикарнейшая. Но так как руна вышла перевернутая, то есть смотри, сама руна логично бы тебе сказала, что да, ты заключишь договор. Но то, что она вышла перевернутая, подожди, не уходи, не говорит о том, что ты договор не заключишь. Она говорит о том, что в данный момент у тебя неприятности, что у тебя в данный момент ухудшились финансовые стороны твоей жизни. Она говорит о том, что у тебя сейчас в данный момент отсутствует стабильность. Твоего благосостояния ты не ощущаешь его. Давай тогда разберемся в этом. Давай в этом нам помогут карты Таро. Итак, какие мысли тебе помогут все это исправить? Давай узнаем. Итак, какие мысли тебе помогут убрать твои неприятности из жизни и восстановить твою финансовую составляющую. Что значит, какие мысли тебе помогут? Это значит, что основная руна нам сказала, на что обратить внимание, да? То есть вот ты хочешь заключить договор, но у тебя то-то, да? У тебя сейчас неприятность, у тебя сейчас финансовые проблемы и так далее. И тебе нужно сейчас сосредоточиться на определенных мыслях своих и словить инсайты. Давай посмотрим, какие мысли тебе в данный момент помогут. Смотри. Первая мысль идет о том, что тебе надо перестать плакаться, бояться. Тебе нужно убрать все свои страхи, боли, как бы ты этого не хотел. Если не знаешь, как делать это сам, обращайся, пожалуйста, к тем, кто это может сделать. Почему? Потому что впереди-то у тебя победа. Тебя ожидает стабильность в финансах, и тебя ожидает победа. Вопрос, зачем ты сейчас находишься вот в этом состоянии? Напиши мне, пожалуйста, ответ. Вот сейчас возьми и напиши, почему ты находишься в этом состоянии, когда у тебя впереди победа и стабильность. Давай посмотрим, кто или что тебе поможет. Да? То есть то, что тебя ожидает победа, это хорошо. Но кто или что тебе в этом может помочь? Давай посмотрим. Ух ты, класс. Смотри-ка. А на твоей стороне фортуна. Фортуна удачи, колесо удачи. В данный момент колесо удачи начинает вертеться так, чтобы ты могла перейти из вот этого состояния вот в это состояние. Так что ты просто сейчас берешь и начинаешь действовать. Дальше смотрим. Король мечей. Ты или можешь сам быть королем мечей, сама быть с характером короля мечей. Что это значит? Это значит твердый, рассудительный, здравомыслящий человек, который всегда принимает верное решение и может отсечь то, что ему мешает. Понимаешь? Отсечь. То есть ты реально можешь выйти из вот этого состояния. Отсеки его, убери его. Оно тебе не нужно. Ты же король мечей. Да? Может, конечно, прийти к тебе король мечей, то есть человек, который поможет тебе это сделать. Да?
Ну и что тебе еще поможет? Тройка пентаклей. Пожалуйста, давай работай, а? Ну хватит уже отдыхать. Уже пора вкалывать, действительно, чтобы все сбывалось по твоему желанию. Итак, что тебе скажет по этому вопросу материнская линия? По поводу того, что у тебя сейчас нестабильность, по поводу того, что у тебя сейчас финансовые какие-то проблемы. Что тебе скажет материнская линия? Ну, смотри, во-первых, верховная жрица. Ты, конечно, можешь быть и сама верховной жрицей, а это могу быть и я. То есть это женщина мудрая, полная интуиции, полная необычных и нестандартных знаний, которая тебе говорит, вещает о том, что у тебя все получится. То есть тебе или нужно мне поверить, или тебе нужно себе поверить, если ты действительно являешься верховной жрицей. Материнская линия тебе говорит, семерка жезлов, ты стоишь в обороне, а тебе нужно сейчас наступать. Ты ограждаешься забором и от всех отмахиваешься, а тебе нужно идти вперед и действовать. И шикарнейшая карта, королева жезлов, королева огня. Это ты? Даже если ты мужчина, то огонь в тебе может присутствовать. Или, может быть, у тебя есть девушка, которая королева жезлов. Или, может быть, мама тебе в помощницы идет. Или это вся материнская линия решила тебе помочь и дать тебе силу огня, чтобы ты вышел из своего ужасного положения, вышла из своего негативного состояния. Давай посмотрим, что скажет отцовская линия, желая тебе помочь. Итак, отцовская линия, что сейчас скажет? Шикарно, шикарно, шикарно. Что еще могу сказать? Смотри, к тебе в ближайшее время приедет друг. Ну, или ты познакомишься с мужчиной, рыцарем жезлов, который безбашенный абсолютно, который знает, что он всего добьется, ему пофиг абсолютно на то, какие и чего, какие обстоятельства. Так что не волнуйся. Отцовская линия говорит, что у тебя все будет прекрасно. Далее, девятка жезлов. Отцовская линия говорит, что да, конечно, ты сейчас стянешь большой груз. Тебе сейчас плохо, неудобно, некомфортно, но ты же маг. Ты же можешь, ты реально можешь все. В твоей власти есть множество возможностей. Сейчас отключусь от расклада. Там ссылочка внизу будет, да, где я даю возможность вам обратиться ко мне лично, чтобы на любой вопрос я могу вам ответить письменно, хотите картами отвечу вам, да, хотите с фотокарт, с видеокарт, по-всякому, по-разному. Но у тебя реально сейчас есть возможность или у самого, или обратиться к магу. Ну, верховная жрица и маг, да, вот две карты, самые мощнейшие, которые говорят о том, что все реально получится. Вот у тебя все получится. Нужно перестать плакаться, перестать себя жалеть, что вот такая жизнь несчастная, и у тебя все не получается. Посмотри, какие у тебя шикарные вышли карты. И какой-то там договор, это даже прям совсем даже ерунда, если ты решишь свою проблему. А проблема заключается в чем? Что у тебя сейчас идут неприятности. Давай-ка мы от них избавимся. Ну, а я жду твоих лайков, твоих комментариев. И приходи ко мне на следующую встречу. Пока-пока.